бомба упала прямо в помещение и разорвалась. Так, здесь упал снаряд, повылетали окна. Ну и понятно, это же на первом этаже оно и поднялось выше. Сверху тот же там снаряда три упало, потому что и балконы повыносило. Это борьба за то, чтобы, ну, будем говорить, часть Украины могла отойти к России. Лично мне желательно жить в Украине. Почему? Потому что я здесь пенсию получаю, я здесь проработал, я здесь руководителем предприятия работал, депутатом горсовета здесь был. Одним словом, я хорошо знаю город, я родился здесь. Я понимал, что это ненадолго. Да и желания у меня нету быть в России. Обед в обед году. А потом воду. Канализацию мы услышали там. Да. А потом жить будем хорошо. Стрелять не будем. И будем радоваться. Зарплаты бешеные будут. Сделают нам наконец-то ремонт. И будем жить и радоваться. Стреляют. Наши стреляют. Эти стреляют. А кто наши в этой ситуации? Я понимаю, в годы Великой Отечественной войны было понятно, кто с кем воюет. А тут даже обидно. Обидно до слез. Детей не видим, внуков не видим. Моего сына, слава Богу, подъезд остался хоть один целый. Внука и то по телефону не могла поздравить, потому что связи нету, телевизора нету, газет нету. И все остальное. Что там, короче, в каждой семье, которая в Славянске живет, коснулась это несчастье. Это несчастье, которое... Хрен его знает, кто есть. Не знаю, кто. Я не знаю, почему именно Славянску больше всего досталось. Но я думаю, ну, как все говорят, я ж не политики, что это все из-за сланцевого газа. Угу. А месяц месяц без света, месяц без воды. Первое время в озеро воду ходила набирать, это нормально. Потом ополченцы возили воду через день. Ну, сколько ее можно взять, чтобы... Сами понимаете. Куда возвращаться? Как возвращаться? Как жить? Как детей привозить без света? Ну да, но обещает. Товарищи, гражданин, чей пан, чей хрен его знает, кто сейчас там пан, кто пропан. Как там сейчас у нас в полной стране живут, великое государство, и кто у нас начальник. Проснеться, матінка моя, буде питати була я, а ти дай такий отвіт, яка чудова мама.